Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Битва чемпионов» от Marvel. Забираем свой ежедневный подарочек, хорошо. Также заберем халявный кристалл и заодно посмотрим, что нам из него выпадет. Тут могут выпасть и герои, а также катализатор. И я хочу катализатор, потому что герои здесь слабенькие, однозвездочные. Ну, дай мне что-нибудь хорошенькое. Нет, ну почему алая ведьма, да еще и одна звезда, ну ё-моё. Блин, ну ничего не поделаешь, ребята, придется с этим смириться. Хорошо, у меня ее нету, пускай будет. Ну, раскачивать я ее не собираюсь. Так, давайте заберем вот этот кристалл. А что у нас здесь? Ага, здесь у нас осколки. Ну, и какие же нам достанутся и сколько штук? Осколок престижного кристалла. 200. Ясно, хорошо. Так, что еще у нас здесь? Давайте-ка вот этот вот востребуем. Ну, вы сами уже догадались, он дает нам подхил, золото и воскрешение. И нам достается, да, ребята, зелье здоровья первого уровня. Ну, слабенький он, потому что подхиливает очень мало, особенно у очень сильных героев. Так что особо радоваться здесь не приходится. Давайте-ка по-быренькому глянем, где что еще доступно у нас. Так, тут у нас, о, кристаллики. Да все равно должны дать. Вот, ребята, 90 осколков, да, 90 осколков плюс энергии нам дали, хорошо. А еще что-нибудь дадите? По ходу дела ничего. Закончено 5. И, как всегда, мимо кассы мы пролетаем с вами. И события союзов тоже нифигашечки. Да, вроде бы и делать больше нечего. Чемпионы, что мне здесь по чемпионам, я не могу понять. А, ну просто, видимо, хотят показать, что у нас появилась алая ведьма. Ясно. Тогда будем сворачиваться отсюда и непосредственно уже переходить в сам бой. Хотя, подождите, у нас кто-то просит помощи, да? Один человечек. Серджио. Хорошо, поможем. Ну, а теперь уже, как говорится, со спокойной душой идем с вами в бой. И давайте-ка приценимся, что мы сегодня будем с вами играть. Путь в лабиринт или... Хаос бесконечности у нас пройден. Да, так оно и есть. Разлом хаоса. Почему-то закрыто. Нужно выполнить необходимую... А, нужны кристаллы, все, понятно. Так, арена испытаний нам не нужна. Да, ребята, тогда давайте отправляться с вами в путь в лабиринт. Так, здесь мы прошли. А, нет, 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 ребят, как раз не прошли. Вот, мы остановились с вами на 3-м раунде. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут будет. Какие бойцы, какие чемпионы. Команду я оставляю прежней. Почему прежней? Потому что, ребята, я просто в нее набрал самых сильных своих героев. Так, надо мне кое-что взять. Ребят, я вспомнил, что у меня есть камни. Точнее, не камни, как их назвать-то? Амулеты, талисманы. В общем, я хочу сейчас на опыт. Я, правда... А, вот, вот здесь вот. Да, усиление. Вот они, как правильно называются. И у меня только лишь на... Как видите, на опыт 40% в плюсе. Я буду его активировать, потому что хочу как можно быстрее получить 17 уровень. И тогда нам еще кое-что откроется. Ну что же, я вижу, у нас Человек-паук. Первый, кто здесь будет, двухзвездочный, это хорошо. Смотрите-ка. Нет, зверя мы пока трогать не будем. Давайте, наверное, Гаморой попробуем забомбить. Хотя, что тут пробовать, да? У него всего 2 звезды, а у меня 3. Так что заколбасим его, наверное. На, получи, получи. Так, отлично, пока все хорошо идет. Видишь ты, собрался сделать суперудар. Нет. Блин, ну все равно, ребята, он жутко назойливый. И вот, посмотрите сами. Ага, черт подери. У меня просто складывается такое впечатление, что его нужно колбасить без остановки. Но, ах ты, блин. Подловил меня он все-таки. Ну все, тебе хана. Черт подери. Смотри-ка, стой. Ага, бежит, бежит. Ну, блин, я только хотел ему звездануть. Да, ребята, пришлось его вот так вот кромсануть. И победа за нами. Фух. Ну, в принципе, пока ничего сложного нету. И здесь у нас Джаггернаут, по-моему, да, стоит. Или же Колос. Нет, Джаггернаут. Хорошо, блин, ну он тоже мощный. У него, ну, почти, почти, ребята, 2000 хп. Я думаю, зверь с ним справится.
О, амбал. Смотрите, у него неудержимый, ярость. Чем там на себя только не весь. О, я так понимаю, это идет на усиление атаки. Разобраться бы еще, что означают вот эти вот разные значки, которые появляются у нас при определенных ударах. Так, тихо ты, да успокойся. Все, ему хана, ребят. Да елки-палки, вот только... Все, побили. Побили мы его. Только я начинаю расслабляться, да, и думаю, что вот уже победа близка, как мне начинают давать люлей. Блин, не нравится мне это все. Надо сконцентрироваться. Короче, Джаггернаут у нас готов. И здесь это у нас... Блин, как его звать-то? Магнета, ну конечно же. Что-то я совсем забыл. Ух, ладушки, давайте Кейблом попробуем. Почему бы и нет. Вообще, как вы мне правильно посоветовали, лучше брать тех героев, у которых есть классовый бонус. Они как-то быстрее с ними разбираются. Так, иди сюда. Ага, получил свое, на. Во, дегенерация на нем висит, это хорошо. Так, 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 тихо. Вот так вот другой разговор будет. Блин, я хочу накопить себе суперудар, ребята. Суперудар. Получил свое? Но не успею. Ладно, давайте используем тогда вот так вот. С одной ячейкой. Фиг с ним. Получи, гаденыш. Оу, даже не пробили его. Елки ты палки. А у него уже две ячейки, поэтому нужно его валить, чтобы он ими не воспользовался. Ага. Дудки, видели? Только хотел он что-то сделать. Так, тихо, тихо, у него уже три. Ну, давай, 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 давай. Эх, не хватило. Ну, одна единица-то, елки-палки. На. Вот это хорошо, вот это нормально у нас получилось. А мог бы и звездануть. Ну что же, смотрим далее, кто у нас тут. Ух ты, Капитан Америка. Рад тебя видеть, дружище. Кого бы нам выбрать-то, а? Марвел не подходит. Слушайте, что-то не то. Мне, наверное, придется, да, зверя брать. Хм. Ну, я думаю, что справимся, наверное, с ним. Ух, понеслась. Ну, что так долго грузишь, Танос? Давай, не мусолься тут. Так, начал, конечно, он круто. Но мы-то в ответочку. Не, ребята, он ватный, все, видите. ХП-хи у него только в путь улетают. Мне бы еще, блин, повесить на него кровотечение. И все будет у нас хор... Оу! Хе-хе-хе. Вовремя у меня блок-то сработал. Так, все, ты достал меня уже в корень. Есть, сейчас сдохнет. Отлично, упал. Ух. Ладно, все довольно легко и просто. Мы с вами просто двигаемся дальше. Несмотря ни на кого, и никто нам здесь не помешает. Кто это такой, а? Что-то знакомый, но не могу понять. Сорви голова? Угу. Так, ну что, давайте, наверное, возьмем Кейбла. Да, я думаю, что он справится. А Сорвиголова еще не был у нас. Я даже не знаю, что он делает. Ну, заодно и посмотрим. Если я, конечно, чего-то не путаю, ребята, это же у нас Сорвиголова был слепой. Он же вроде бы, да? Или я что-то путаю? Тем более, это классика у нас. Так. Ничего такого в нем пока не вижу. И если я не путаю, то Сорвиголова должен быть с двумя такими палками. Так, 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 ого-го, ты смотри-ка, что он там выкрутасы делает мне, а? Ха-ха-ха. Слушайте, а по движухе он мне напоминает почему-то Человека-паука. Да ладно тебе уже, успокойся. Вот, отдохни, подумай над своим поведением. Кейбл, как всегда, на высоте. Молодец, браток. Ты меня порадовал сегодня. Да и вообще ты меня всегда радуешь. И следующий у нас на очереди похож на Железного Человека. Наверное, это он и есть. А, нет, смотрите, Железный Патриот. Ну что ж, давайте, ребята, быстренько зверем его разорвем. Ты посмотри, а. Слушайте, похож чем-то и Капитан Америка, да, и Железный Человек. Такая смесь. Но, тем не менее, это его не спасет, я думаю. Слушайте, все-таки хорошо, что блок можно здесь... Оу, что там собрался делать? Хламон. Хорошо. Оу, тихо, ребята, у него регенерация. И причем очень высокая. Давайте-ка, наверное, переждем это дело. Так, 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 так. Кончилось, все, давайте бить. Все, сейчас отдуплится. Есть. Упал, патриотик. Отлично. Двигаемся с вами дальше. Так, кристалл там получили, ну, он никчемный. Так, а это у нас, по-моему, Марвел, да? Или я ошибаюсь?
Да нет. А, ну да, Капитан Марвел. Выбираем с вами, черт подери. Опять зверя придется брать. Блин, я не понимаю, почему у меня только зверь может с ними совладать, а? Черт подери, ладно, погнали. Так. Прощупали, довольно неплохо идет дело. Так, тихо, успокойся. Кровотечение висит, отличненько. Блин, правда, оно срабатывает как-то не очень часто, как хотелось бы. О, все, победа наша, ребят, смотрите. Тик, падает. Да-да, как всегда падает она. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Продолжаем проходить. И последний у нас, ну ведь это же Дэдпул, ну стопудово, я вам говорю. Только видим какой-то, нет, неизмененный. А почему у него такой костюм? Хм, странно, он же обычно красно-черный. Как типа Спайдермена. А тут серый. А, понял, Дэдпул, сила X. Как ребята мне подсказали, что это тот же самый Дэдпул, просто перешел к людям X. Так, кровотечение висит. Он сейчас, наверное, себе регенерацию... Нет, не успел ничего поставить. Хе. Готов. Ну что же, мы прошли, получается. Давайте посмотрим, что нам дадут за это прохождение. Завершено. Так, камни. И за камни. Золото. Так, таблички и осколочки. И мы с вами, по идее, должны переходить уже... Так, подожди, где у нас тут? Нет, не здесь, не здесь, не здесь, конечно же. Так, подожди, я что-то запутался. Так, здесь недоступно. Это у нас арена испытаний. Ух. А, ну да, конечно же, путь в лабиринт. Путь в потемках, да. Это у нас глава... Да елки-палки, какой путь в потемках, когда скрытый вход? Почему я вперед паровоза бегу? Вот, ребята, раунд четвертый у нас, естественно. Начинаем задание и посмотрим, что у нас здесь. Ну, я так понимаю, наверное, с каждым уровнем у нас... Воу-воу-воу-воу-воу. Уже длиннее намного стало. Так, а это у нас кто? Я уже забыл, как его звать-то. А, железный кулак, ё-моё. Кейбл. Блин, проигрывает. Придется опять зверюгой. Что ж такое-то? Что за герой, а? Слушайте, есть у меня одна идейка, ребята. Я не знаю, может быть, потом так и стоит сделать. Зачем мы будем вот это вот все с вами смотреть? Я просто потом вырежу. И уже ближе, наверное, к концовке, да? Я буду играть здесь чисто зверем. Я чувствую, что только он мне здесь уже понадобится. Остальные мои герои будут просто-напросто никчемны здесь. Так что давайте, наверное, так и сделаем. Сейчас я только одолею этого кулачка маленького. В принципе, без проблем все получается. Да, падает он. Ну что ж, зверь-победитель. И мы будем с вами продолжать. Ну и кто ты такой, а? Давайте-ка глянем. А, это циклоп у нас. Почему вы такие мощные, ребята, а? Ёлки-палки, я понимаю, конечно, что у вас 3 звезды, но у меня-то 4, и вы практически наравне со мной. Циклоп, новая школа Ксавьера, я так понимаю, да? Ты смотри, я его даже пробить могу. По одной единичке сношу. Оу-оу-оу, успокойся. Кровотечение есть, отлично. Так, блин, да что ж такое-то? Оу-оу, ты посмотри, какой шустрый, тихо. Я так и думал, что он что-то тут замутит сейчас. Сейчас, оу-оу-оу, не надо прыгать, не надо. Блин, зверь, как ты меня в последнее время напрягаешь, а? Ну, с одной стороны, ребята мне правильно написали, что зверь на начальных порах хорошо, но дальше он будет никчемным. Так, дайте мне накопить на супер мощный супер удар и... Да, пора применить его. Хе-хе, циклоп, я не завидую тебе, братишка. Ну, раздавим. Воу, Кейо, отлично. Ух, ну что, там, по-моему, совсем немножко осталось. По-моему, 2 врага. О, наконец-то! Наконец-то у нас 17 уровень. Угу. Так, перейти к мастерствам. Конечно, будем сейчас с вами поднимать. Атака, защита и польза. Блин, мне бы, конечно, бы поднять, ребята, пользу как-то. Но в данном случае это нереально, потому что не хватает там камушка или колбочки. Я не знаю, как ее назвать. Но, смотрите, здесь даже 2 штуки уже нужно. Жаль, конечно. По-моему, он только покупается в магазине.
Вот он. Получение доступа к умению призывателя. Черт подери. Магазин предметов. Ну давайте посмотрим, что он тут из себя представляет. Или же его можно приобрести. Так, где он у нас находится, а? Усиление? Нет, не то. Так, мастерство. Ага, 135 табличек, а у меня 120. В принципе, если я наберу еще 15, я смогу взять. И я, наверное, так и сделаю. Ну что, давайте тогда с вами продолжать. Чего ж тут? Ничего не поделаешь. Так, кто у нас там? Не могу понять. Так, а мне... Нет, повышать я ничего не буду, не могу. Так, лечить надо своего зверюгу. У меня хоть камни-то есть? Камней нету, блин. Да, придется тратить. Ёлки-палки. Я так не хотел тратить эти таблички, но без них тоже никуда, ребят. Ай. Да, 106 осталось. Блин, нам с вами копить и копить еще. Ну что, у нас с вами Дракс. Думаю, ничего здесь такого сверхъестественного не будет. Он у нас с двумя такими ножами-мечами. С кастетами, короче, как... Оу-оу-оу, ха-ха, захотел чего. Так, кровотечение повесил. На-ка, получи еще разок. Ну что ты там прыгаешь, кузнечик? Все, по-моему, ему хана сейчас будет, ребят. Оу, ничего себе. Вот это он дал. Так, он себе усилил атаку, по ходу дела. Но не тут-то было. В любом случае, его это не спасет. Ох ты, это уже второй раз он мне так звезданул, а? Все, пора с ним завязывать. Ты посмотри, какой шустрый. Че это он так раздухарился-то под конец, а? Валяйся давай. Блин, нам надо было, ребят, на самом деле суперудар применить просто-напросто, и все. Зря профукал. Как раз три полосочки красные были. И опять Дэдпул. Да ладно вам, чего вы мне все время в конце вставляете Дэдпула? Неужели он такой там супер-пупер офигенный? Смотрите-ка, он даже превышает моего зверюгу. О-оу. А сможем ли мы выстоять? Сила X, блин. Черт подери, у меня еще и здоровье-то не полное, а? Так, хорош тут буянить. Слушайте, ну если я ему не буду давать тут шанса раздухариться, может быть, и сможем победить. Ты смотри, опа, нифига ты, братишка, там акробат, блин, на шпагат садится. Так, хорош, уже буянит-то. Да что такое, где, блин, мое это, кровотечение, увеличение энергии какое-то он делает. Опа, что это тут? Черт, ребят, по-моему, я под суперудар попал. От Дэдпула. О, гад, ты смотри, что сделал, еще и ржет, гад. Так, а теперь, по-моему, моя очередь, да? Ну-ка. Полетая пташка. Сколько мы ему оставим хп? 13%, лишь бы только регенерацию не поставил себе. Ну, отлично. Да, ребят, победа за нами. Зверь, как всегда, победитель. Отличненько. Просто изумительно. Ух. Ну, давайте, я готов получить реворд. Так, и за осколки, кристалл, золото, таблички и осколки. Давайте-ка вернемся к заданиям. И у нас, по идее, какая-то получается. Должна быть пятая, по-моему, глава. Да, я, кстати, хотел посмотреть, что такое за мир легенд. Особое задание. Что там? Какой рейтинг? Мне не показалось, ребят. Рекомендуется 9 900 000. Понятно все, короче. Так, а тут-то что такое? Кристаллы 6, где? Открыть. Ай, ну это обычный, ладно. Это у нас именно с ИЗа 8. Хорошо, давайте посмотрим, что тут у нас будет выпадать. Ну, как обычно, плешивые камушки. Ну и последний у нас, дай что-нибудь хорошее. Дай на 500. Да, конечно, опять на 75. Опять на 75, ладно, все. Слушайте, ну если у меня столько камней, давайте, наверное, кого-нибудь попробуем улучшить из чемпионов. Например, даже ту же самую Marvel. Мы же вроде бы как бы недоусилили ее. Так, где у нас мисс Marvel?
Вот она, красавица. Давай-ка мы тебе немножко поднимем уровень. Интересно, хватит нам на 10-й поднять? Так. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не хватило, буквально совсем микрон. Слушайте, а у нас, по-моему, где-то есть... А, вот. Все. Вообще замечательно. Блин, теперь нам нужны катализаторы, которые я так и не пойму, где брать. Они, конечно, могут выпасть тебе чисто случайно, но почему-то я такого великолепного шанса не могу никак получить. Давайте забирать. Наверное, да, у нас тут осколки, золото, опять же, и за 8. Сейчас у тебя в запасе нет наград. Спасибо тебе большое. 116 табличек. Блин, ценники такие. Ну, блин, дорогие. 7 штук там последняя была. Так, и вроде бы все. Да, нам нужны будут только камни. Мастерство. А, да, у нас, кстати, одно очко мастерства осталось. Мы же его не потратили. Нет, поэтому можно его... Давайте вот сюда. Во, самое то. Когда здоровье ниже 50%, усиливаем свою атаку, причем всех чемпионов на 10%. Я думаю, что оно того стоит. И опять в бой. Опять в бой. Доступно конфликт у нас здесь. А что у нас за... Ай, конфликт, понятно, ребят. Это у нас поединки. Слушайте, ну я почему-то пока не хочу здесь выступать. Я не уверен в своих силах. Может быть, как-то сделаю отдельную серию по этой фигне. А давайте-ка мы, знаете, что? Да, у нас же с вами сюжетка же стоит. И тем более здесь 5 актов. Почему бы нам не продолжить проходить? Вот 4 глава, «Гнев» называется. Давайте-ка посмотрим. Команда. Команда у меня нормуль. Я думаю, что для компании, для прохождения компании она вполне сгодится. О, сообщение, я уже забыл, что это такое. Призыватель, смотри, адаптоиды эволюционируют прямо у нас на глазах. Какая же судьба их ожидает? Сознание адаптоида достигнуто. Ух ты, как заговорил-то, а? Оу, камушек, оживление. Прекрасно. Для меня это так захватывающе, но для тебя это несет лишь угрозу и погибель. Запуск, эмоции, найдено, гнев. Ну давай, мы сейчас тебе твой гнев-то присмирим. Ну, зверюга тут его просто разорвет. Ребят, давайте чуть помягче возьмем. Да, почему бы нет. Кейбл будет в самую пору. Судя по тому, какие здесь адаптоиды вялые. Ну что ты тут распрыгался, кузнечик, а? Вот, получил свое. Оу, да я так могу жить вечно, елки-палки, с Ивоном-то уроном. Хотя, может быть, я что-то тут переборщил. Ты посмотри, а? Сейчас все равно же упадет, гаденыш, а? У него одна звезда. Но он брыкается еще. Так, завалил я его. Мне нравится, как Кейбл идет, вот когда он выигрывает бой. Такой, блин, победоносный взор у него. Опачки, а вот эти камушки мне нужны. Это же у нас на отхил, так ведь? Да, зелье здоровья. Правда, первого... Какая еще засада? Опять этот... Кстати, у нас там будет 2 адаптоида таких. Ну, у нас классовый бонус, конечно, идет у зверюги. Давайте вот Марвелом попробуем забомбить. Немного, конечно, странные какие-то задания у нас идут. Одни адаптоиды. Мне почему-то хочется больше с обычными супергероями подраться, чем с этими непутевыми адаптоидами. Ну, смотрите, ну что это, ну, я просто его разбираю в хлам. Даже не интересно. Так, что-то брыкается, что-то дергается. Все, валяйся. И сейчас же, кстати, опять же нам попадется этот же адаптоид. Потому что это была просто засада. Но дальше-то я там увидел, да, вот он стоит. Но зато вроде бы в дальнейшем буду ждать нормальный. Там вроде Росомаха. Так, ладно. Давайте вот так вот попробуем на этот раз Гаморой победить. А что пробовать-то, ё-моё? Я все время говорю, да, попробовать, посмотрим. Если мы прекрасно знаем, что они сосунки, тут даже и смотреть нечего. Будем просто разбирать. Почему я сам в себе же сомневаюсь? Куда ты там собрался что-то делать, а? Дергунчик. Все. Упал, как говорится, кверху с ракой и отдыхает. Ну, а теперь уже
должна Росомаха быть. Ведь Росомаха же это, да? А, елки-палки, мы мимо проехали. Для этих великолепных созданий все возможно в мире битвы. Я в смятении. Смятение, злость, я чувствую злость. Но сейчас ты еще помимо злости почувствуешь, как мой кулак летит в твою физиономию. Тем более будет разбираться самый могучий воин. Мой, естественно, а не в игре. Тьфу ты. Все, он даже даже пикнуть не успел. Развалил я его. Так, ну что же, хорошо. А в принципе, ребят, неплохо. Мы с вами пройдем основную сюжетку. Возможно, если у нас получится и хватит терпения. Так, кто у нас тут? Сокол? Колос? Блин, куда пойдем? Ну что, я думаю, что, наверное, пойдем по низу. Да? Возьмем Колоса. Потом Циклоп у нас там будет. И в конце будет поджидать уже Шторм. Так. Кого взять-то? Давайте Кейбла. Он более-менее такой универсальный у нас. Хотя этот Сопляжуй тоже может дать трепки нам. Ох, какой, смотрите-ка, мощнявый парень. Ну, я-то мощнее. У него, видите, усиление брони постоянно. Поэтому у него очень медленно отнимаются хп, когда срабатывает у него вот этот вот перк. Или скилл, как назвать-то лучше. Угомонись. Все, мне такое желание его припечатать прям к стенке, блин. И у меня, кстати, есть такая возможность, ребята. Вот сейчас, сейчас я... Вот! Ага. А он, гад, в блоке простоял. Оу! Ничего, вот это да, вот это он звезданул. Еще и в оглушение меня поставил. Ай-яй-яй. Колос, плохо ты себя видишь, плохо. Ну что же, Колоса мы победили. Сейчас у нас будет Циклоп, по идее. Это же Циклоп, вроде бы он. Да. Да, будем Гаморочкой разбирать. Я думаю, что у нас это получится. Причем довольно быстро. Так, схлестнулись. О, сами видите, прекрасно. Что у нас здесь выходит. Кстати, я еще ни разу не видел, что у нас за спецвозможности у Циклопа. Но я так понимаю, что он, наверное, из глаз своими лазерами бомбит. Как этот, как Супермен. И все, у нас остается только лишь Шторм. Мы ее, естественно, сейчас пройдем. Будет она что-нибудь тут говорить? Ух ты, сообщение. Ты осмелился бросить мне вызов? Мне подвластна ярость самой природы. Ты об этом пожалеешь, если останешься в живых. Ты смотри, какая самодовольная и самоуверенная, а? Пора бы ее пыл присмирить, ребята. И займется у меня этим мисс Марвел. Я думаю, ей это будет под силу. Так, схлестнулись две барышни. Хопа, хоп, хоп. Все, ребята, мне здесь исход ясен. Блин, ну согласитесь, что Шторм здесь как-то не ахти. Мне ее на Ираке совсем не нравится. Да и костюмчик тоже не айс. В общем, готова она, охламонка. И мисс Марвел победитель у меня. Да, ребята. Остается только лишь получить реворд и, соответственно, перейти на следующую главу. Так, что нам достается? Ну, в принципе, неплохо. Два сундучка. Ага, с ИЗО 8. Хорошо. А следующее задание у нас будет звучать как противостояние. Отлично. И останется только лишь секреты потом пройти. И я думаю, что акт первый, по-моему, будет пройден. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я завершать буду свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч, ребята. Удачи вам.